столько домов. Целый город. Целый город. Что надо? Поклевать что-то, да? Эх, маленький. Ничего у нас нет, мои хорошие. Мы бы дали, но нет. Ничего нет. Там надо посмотреть у нас старых корочек, там нет ли собрать, да вот так, когда пойдем, да взять их. Для этих они клюют. Да, теперь уже. Это жара последняя. Потом уже в холода они пойдут. Пойдет похолодание. Осень. А там и зима. Эх, да. Thank you.
Итак, друзья, мы у подножия Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Место прекрасное. Дальше там по спуску город Балвы, там, где я родился. Очень хорошее местечко, летом здесь прекрасно. Зимой здесь можно кататься на лыжах по этим возвышенностям. Чудесное место. В преддверии 9 мая вот решил снять это видео для вас, друзья. Наслаждайтесь пением птиц. Всем удачи и хорошего настроения.